Не пройти, не проехать. На улице Рос плотный ряд машин по обеим сторонам дороги, а другие транспортные средства припаркованы прямо на тротуаре. А это уже улица Поярка. Водитель поставил свой грузовик под знак, запрещающий стоянку, и уснул. Потревожился он мужчины, мэр Сочи Анатолий Пахомов. Он встал и спит даже. Видели? Заснул. А окончательно водитель пришел в себя, когда полицейские уже выписывали протокол со штрафом за нарушение ПДД. То же самое грозит и водителям, которые игнорируют правила ночной разгрузки товаров и тем самым блокируют движение на и без того узких улицах. Только в ночное время разгрузка идет. Это ж принятый порядок. Вы как грузчики. Не, я понимаю, что вы грузчики. А где водитель? Сейчас можно подойти. Вот. Такого не было тоже. Боялись же, ведь этого страшное дело. Наказывали потом. Наказывали сильно. Ответить придется и этому мужчине на улице Воровского, который поставил машину вторым рядом. Оправдание стандартное. Вы права получали? Или, или вам их подарили? Ситуация. Нет, подождите. Ну, вот, я не знаю. Минуту. Подождите. И таких только грубых нарушений на центральных улицах города можно насчитать с десяток. Паркуюсь, где хочу. Похоже, по такому принципу снова стали жить автолюбители. А ведь еще совсем недавно, когда эвакуаторы забирали абсолютно всех нарушителей, водители, казалось, выучили правила дорожного движения. Сегодня, когда система эвакуации стала более лояльной, они их снова забыли. Бросить свое авто там, где хочется, уже никто не боится. Они знают, что их ставить нельзя, но они такие неуважительные по отношению к другим людям, потому что те, которые проезжают, они в пробках стоят. Как показала практика, сознательность автолюбителей улетучивается, если нет угрозы наказания. Одним словом, отмечает Анатолий Пахомов, власти учли пожелания водителей и в итоге получили забитый машинами центр, где проехать зачастую не могут не только частные машины, но и спецтранспорт, скорая, пожарная и уборочная техника. В первую очередь, таким положением дел недовольны сами жители. Хаос на дорогах из-за отсутствия должного контроля со стороны ДПС просто возмущает их. ДПС города должно следить за выполнением правил дорожного движения. Это первое. И второе. Каждый водитель, который поставит машину незаконно, должен знать, что наказание придет незамедлительно. Машина будет ваша либо эвакуирована, либо подойдет сотрудник полиции, который оштрафует. Анатолий Пахомов призывает нового начальника ДПС Сергея Бискова работать активнее. Похоже, придется значительно усилить работу эвакуаторов. Ведь, как показывает практика, по-другому многие водители просто не понимают. Все хотят ставить авто максимально близко к офису или, например, магазину, ленясь пройти пешком от парковки лишние 100 метров. Или, скажем, доехать от стоянки до нужного места на общественном транспорте. Ну а парковки в центре Сочи не сказать, чтобы заполнены под завязку. Места есть всегда. Решить проблему, считает Анатолий Пахомов, может только комплекс мер. Это усиленная работа полка ДПС, грамотная эвакуация, ну а самое главное – сознательность водителей. Ведь от каждого из них зависит ситуация на дорогах курорта. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ВКТ.